родился шестым и последним ребенком в семье советского писателя Леонида Жарикова по паспорту Ильи Мелахиевича Жарикова 26 февраля 1941 года в Москве. Детство провел в Подмосковье, под Загорском, ныне Сергиев Посад, в семье бабушки и дедушки. С 4 лет управлялся с лошадьми. Освоил ремесла. В 1959 году поступил в ВГИК. На втором курсе учебы впервые снялся в кино. В 1964 году, после окончания института, уехал в ГДР, где в течение 2 лет снимался в главной роли в местном сериале «Русский для вас». После возвращения, с 1966 года, актер театра студии киноактера в Москве. Много снимается в кино и на телевидении. Член КПСС с 1970 года. Всесоюзную славу Жарикову принес снятый в 1970-е телесериал «Рожденная революцией», о становлении советской милиции и ее борьбе с преступностью в 1920-е годы. Образ советского милиционера, ставшего генералом, закрепился за Жариковым на всю оставшуюся жизнь. На пике карьеры у Евгения начались проблемы со здоровьем. В 1970 году на съемках фильма «Смерти нет, ребята», упав на полном скаку с лошади, он получил травму тазобедренного сустава и компрессионный перелом позвоночника. С 1988 по 2000-й. Президент гильдии актеров советского кино. С 1991 года. Гильдии актеров кино России. В 2000-е годы на волне былой популярности сыграл в картинах «Армия спасения», «Благословите женщину», «Идеальная пара», «Я остаюсь». В 1999 перенес 2 сложные операции с протезированием. Всего сыграл почти в 70 фильмах. Участвовал в дублировании более чем 200 фильмов. «Генералы песчаных карьеров» и другие.